Сказать и услышать долгожданное «да». Дворец счастья в этом году посетило 560 влюбленных пар. Сотрудники городского ЗАГСа в ожидании очередной волны свадебного бума. Говорят, все больше бендерчан желают создать семью именно в канун Нового года. Здесь подтверждают, любви все возрасты покорны и подбирают для каждой пары новобрачных особенные слова. Сегодня поистине самый незабываемый и волнительный день. Прежде всего для вас двоих. Настоящий день рождения молодой семьи. Пары разных возрастов и слова, пожелания, напутствия, которые мы говорим каждой паре, они тоже также индивидуальны. И эмоции, которые переживаем мы, они настоящие, они не поддельные, потому что люди, находясь на таком этапе жизненных отношений, не могут притворяться, они искренне передают свои эмоции нам, а мы, в свою очередь, их принимаем. Специалисты городского отдела ЗАГСа отмечают, цифры рождаемости в городе за последние десятилетия практически не меняются. В 2015 году здесь зарегистрировали 934 маленьких бендерчанина. Мальчиков и девочек примерно поровну. И если в предыдущие годы родители их называли необычными именами, то сейчас мода на традиционные русские – Андреем, Евгением или Иваном. Так чаще всего в этом году называли мальчиков. Ну а среди девочек популярны имена Анастасия, Людмила или Анна. Ребенок только появляется на свет, и уже люди идут к нам. Они приходят к нам только с положительными эмоциями, с радостью. Чувства их чаще всего переполняют. Мы выдаем самый первый в жизни документ и самый важный – это свидетельство о рождении. Люди принимают наши поздравления, красивые, теплые слова, искренние, потому что мы вручаем каждый документ не просто так, мы что-то им говорим. Кроме праздничных и радостных событий, сюда приходят, чтобы зарегистрировать смерть или расторгнуть брак. Но и в таких случаях эти душевные, всегда вежливые женщины стараются подобрать нужные слова. В этом году здесь зарегистрировано 350 разводов. Среди главных причин распада семей специалисты ЗАГСа называют нетерпимость супругов. Супружество – это когда два абсолютно разных по ментальности, по бытию, по возрасту, по желаниям, по привычкам, два абсолютно разных человека соединяются для того, чтобы жить вместе, вести единое хозяйство, детей растить. Но здесь вот, когда встречаются эти два противоположных человека, в основном, то тогда, конечно же, происходит развод. Когда нет взаимопонимания, когда нет точек соприкосновения, то, конечно же, люди расходятся, разбегаются и вместе существовать просто не могут. Каждый этап жизни – свадьба, развод, рождение или смерть – здесь архивируют. Записи актов гражданского состояния сшивают в целые книги. Самой старинной – уже более 80 лет. Вот эти записи на румынской графике. В 30-е годы прошлого столетия бендеры были во власти Румынии. Эти архивы сейчас востребованы. По ним можно проследить летопись целой семьи. Книги вот эти румынские в основном пользуются популярностью, потому что сейчас люди стали делать биометрические паспорта, и поднимаются все корни, все родословные людей, бабушек, дедушек. Очень много людей, конечно, ходят у нас за этими копиями актовых записей, потому что в Кишиневе их нет, а у нас они сохранились. Пятница – традиционный день свадеб, поэтому свой профессиональный праздник сотрудники ЗАГСа встречают на работе. Но здесь об этом ничуть не жалеют, ведь работа для них и есть настоящий праздник. Екатерина Чеботарь, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.